дан старт участникам международного мотоциклетного кросса. В пригороде Таллина проходил второй этап этих соревнований. Первенство оспаривают сильнейшие гонщики Польши, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Румынии, Советского Союза и других стран. Трассу длиной около 3 километров надо пройти 10 раз. Гонка очень сложная, она проходит по сильно пересеченной местности. В классе машин 350 кубических сантиметров гонщик под номером 28 показал блестящее мастерство. Он финишировал первым. Это чехословацкий спортсмен Хара. Второе место занял советский гонщик Решетникс.